Всем добрый вечер. Сегодня такой удачный день. Нашел я вот такую модель. Шел я мимо барахолки старых вещей. Посмотрел там в одном месте. Ничего интересного не нашел. Прошел чуть дальше. И увидел там игрушки такие мелкие, типа киндеров. Заинтересовал катер. Ну, я так ему применение не нашел мысленно. И прямо под рукой увидел вот такую модель. Я думаю, мне так чисто повезло, потому что это, так сказать, редкость. Ну, может быть, в интернете их там полно, где-то даже новые есть, где-то на западных сайтах, типа AliExpress или еще что-то подобное можно найти. Ну, я думаю, так вот в городе, просто так, проходя по улице и найти такую машинку, ну, это, наверное, раз в 100 лет такое бывает. Намного, конечно, интереснее, чем просто залезть в интернет, найти и купить. Это Макдональдс Маттл. Ну, модель, скорее всего, Lotus. Я думаю, что там батарейки давно проржавели, потому что этой машинке, наверное, уже лет 100. Там, кажется, 2008 год, но я напишу. Точно не помню. Да, крышечка не открывается. Так, взял же я что-то поострее. И думаю ее открыть вот таким способом. Обычно они открываются легко, но тут плотненько так. Как я и предполагал, внутри все ржавое, контакты, батарейки. Очень старые. Успели проржаветь. Ну, я думаю, и так понятно, что они ржавые, и их надо выбросить. Но вытащить их оттуда очень трудно. Я уже пытался на нескольких машинках их вытаскивать. Просто пришлось там сзади обрезать и выталкивать их со страшной силой. Машинка вам понравится, я полагаю. И смотрите фотографии. Я все-таки думаю ее разобрать и перекрасить. Всем пока-пока!